Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит! Всем привет, с вами Аркс Плю, и это новогодняя раздача вещей. Сразу хотел бы сказать, да, что раздача будет уникальная. Во-первых, будет очень много вещей разной ценности. Иммортал, мистикал, рарки и так далее. И во-вторых, будет использоваться уникальная программа, которая позволит сделать раздачу максимально честной, и вы все увидите на своем экране. Это видео будет разделено на три части. Первая часть. Я расскажу, какие будут разыгрываться призы. Вторая часть. Что нужно вам сделать для участия. И третья часть. Как мы будем выбирать победителей. Ну что ж, начнем с самого важного. Что мы будем разыгрывать? Как я уже сказал, да, раздача будет уникальная. Будет очень много предметов. Поехали. 8 Immortal. Одна легендарка, 8 мистикал и 3 рарки. То есть на данный момент мы разыгрываем 20 вещей. Каждый участник может получить только одну вещь. Стоимость вещей разная, есть и по 140 рублей. Приведу пример некоторых вещей. Это мистикал хук на пуджа, это погодные условия, это наездники, варды и так далее. Также заметьте, если будет очень много участников, список вещей будет увеличиваться. Я буду добавлять новые вещи. В конечном итоге мы будем разыгрывать через программу. И там будет все равно, как много я вещей буду разыгрывать. Хоть 50. Смотрите, самое главное, весь список вещей будет в описании этого видео на YouTube. То есть, вы смотрите это видео на YouTube, откройте описание, там будет список вещей. Вы сможете найти для себя какую-нибудь интересную вещь. Вторая тема. Что нужно для того, чтобы принять участие в раздаче вещей? Во-первых, нужно быть просто подписанным на мой канал, потому что я делаю раздачу для своих подписчиков. Во-вторых, обязательно включите у себя отображение подписок, чтобы я увидел, что вы подписаны. Если вы приняли участие и потом ваш список подписок будет скрытым, я не увижу, подписаны вы или нет. Вы не выиграете приз. И третье, самое важное, слушайте внимательно. Нужно оставить один комментарий к этому видео. Именно на YouTube. То есть, это видео вы сейчас должны смотреть на YouTube. Там в комментарии вы пишете следующее. Пишите в таком формате. Например, цифра 1, напишите, как с вами связаться в социальной сети. Цифра 2, свой Steam. Еще раз говорю, что комментарий должен быть именно к этому видео и именно на YouTube-канале, потому что программа будет брать только комментарии с YouTube к этому видео. Еще заметьте, комментарий принимает участие только тот, где указаны ваши контактные данные. Простые комментарии высеры, они не будут участвовать в конкурсе. Еще, не нужно комментировать чужие посты. Оставляйте свой комментарий отдельным. Если вы будете комментировать чужие посты и мои, эти комментарии не будут принимать участие. Теперь третья тема. Как будут отбираться победители? Именно для этого конкурса была написана уникальная программа. Эта программа автоматически соберет все комментарии к этому видео. Далее она отсеет все дубликаты. Если вы можете написать хоть 50 комментариев своих, в итоге у вас будет участвовать только один. Все продумано до мелочей. Далее, полная случайность. Берется случайная вещь и случайный участник. То есть мы не разыгрываем вещи по очереди, они будут выпадать тоже случайно. Это все полностью будет происходить автоматически. Программа будет автоматом брать вещь случайную, берет участника, говорит, а этот участник выиграл вещь. Далее, когда нашлась вещь и участник, мы потом проверяем, чтобы, во-первых, комментарий соответствовал формату, который я говорил до этого. И самое главное, чтобы человек был подписан на канал. При этом у него должны быть открытые подписки, чтобы эта программа увидела. Ну, собственно, все. Так вы и выигрываете вещь. Полностью прозрачная операция будет идти. Вы все это увидите в конечном видео, где я буду подводить итоги. Также под тем видео, где будут итоги, я выложу лог действий. Вы всегда сможете прочитать, кто выиграл, кому что выпало, у кого отменило и так далее. Подводить итоги мы будем на январских каникулах. Участвуйте. У нас разыгрывается не два предмета,
а минимум 20. Поэтому ваши шансы огромны. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.